Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор сухоцвет зверобоя. Цветки зверобоя используются в косметических целях весьма часто. Такой компонент идеально подходит для устранения воспалений и различных прыщей. Он обладает вяжущими качествами, благодаря чему исчезает жирный блеск на коже, а также уменьшается потливость. Именно поэтому его можно добавлять в дезодоранты и средства для ступней. Если вы желаете повысить эффективность своей очищающей косметики, то добавьте в нее цветки зверобоя. Различные лосьоны, тоники, маски на основе такого средства не только помогут вылечить некоторые кожные патологии, но и сделать эпидермис более упругим. Кроме того, они очистят поры. Цветки зверобоя эффективно справляются с трещинками и ранками, поэтому их можно добавлять в ванночки для ног. Также этот компонент прекрасно подходит для ванны. Он тонизирует вялую кожу, повышает ее сопротивляемость перед различными негативными факторами. Свойство зверобоя таково. Улучшает регенерацию, поэтому эффективно устраняет трещинки и ранки. Помогает при кожных воспалениях, лечит угри, язвочки, акне. Обладает вяжущим эффектом, придает лицу матовый оттенок. Тонизирует, помогает устранить вялость. Цветки зверобоя в косметике имеют такие свойства. Мыловарение, средства для ванны, косметическая продукция для очищения и укрепления эпидермиса, дезодоранты, крема для ступней, лечебная продукция, средства для волос. Вот в таком пакетике мы отправляем сухоцвет зверобоя нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!